И всем привет, друзья, с вами Макс из Майнкрафта, и мы с вами продолжаем играть в Майнкрафт, пока хотел сказать, Диктатор Сноупис. Всем приятного просмотра. Где-то так, ребят, все выглядит. Самолетик упал. Ух, прямо на между... На границе с Австрией и Швейцарией. Пусть все границы прошли. Класс. Мне кажется, где-то видел самолетик. Мне кажется. Он упал прямо на Индию. Бедная Индия, она ничего не сделает. Смотрим, как мы проигрываем. Класс, на Туркмению уже нападает. А мне нужно еще долбануть всю Европу. Ладно. Забираем венгров. Забрали венгров. Сербы же, ребят, жаль, они не присоединились, как и Беларусь. Придется их долбать. Ребят, не знаю, сколько времени, может быть, 5 на 70. Смотрим, кто победит. Отлично. Мы освобождали восточный блок. Восточный блок, ребят, насколько я помню, он тянется до... Вот до сюда. Вот до сюда блок тянется. То есть Австрия, Чехия, вот до сюда. Ну, где Берлин, короче. Берлин и Курчик. Запустим у нее, ребят, это просто, ребят, сейчас повторяю, игра. Отлично, мы ослабили войска. Воюем против Турции. Все, мы освободили от Турции Северную Македонию, Албанию и Болгарию. На Хорватии, ребят, мы с вами собрали. Будем, короче, возвращать Югославию. Ну, вернее, освобождать ее от независимых стран. Далеко не уплыли, я думал, опять 20 лет придется ждать. Ребят, сейчас я сделаю небольшой великий монтаж с помощью паузы. Ребята, Сербия присоединилась сама. Ладно, шучу. Просто я тут это... Ну, вы сами понимаете, что это. Босния и Герцеговина сейчас же капитулирует. Отлично. К вам вернусь. Самолетик привез. Черногория, ребят, присоединилась сама. Итак, ребят, осталось... И, к сожалению, ребят, у меня такая чушь возникла. А, подождите, никакая чушь не возникла. Прокачаем и нападем. Отлично. Теперь Албания тоже наша. Продаем все, ребята. И того у нас 20 тысяч, неплохо. Нас тут есть. Ну, вернее, ну, короче, всю Югославию, включая в себя территорию Албании. Ребят, самолет помешал. Сейчас, секунду. Итак, ребята, для вас это было по щелчку пальца, как я и говорил. Ребят, нападаем на Болгарию и все. Отлично, ребята. Мы с вами победили. Нападаем, ребят, на Швецию. Я заберу, пожалуй. Отлично, мы забрали с вами скандинавского друга Швецию. Швецию. Давайте улучшим сразу же, потому что у меня экономика очень медленно набивается. Следующий, ребят, у нас будет Дания. Можем же вот так пройти. Тут 50-50-40. Отлично, с вами нападаем. Thank you.
Отлично, а пить, чтобы долбануть Германию, дальше Бельгию, Нидерланды, Финляндию, Францию, потом Италию, потом Испанию, наверное. Ну как, короче, как получится. Отлично, мы выиграли войну. Прям в паре еще. Отлично, мы победили Нидерланды. Они, кстати, тоже. Вот. Поэтому, мне кажется, будет проще. Отлично, ребята. Мы победили Британию, наконец-то. К вам, ребята, вернусь, когда уже... Ну, сами понимаете, когда уже будет... У меня полностью покрашена армия, когда мы будем уже нападать, уже, наверное, будем нападать на Францию, потом Италию, потом Испанию, наверное, так. Ребята, всем пока-пока! С вами был кто? Правильно, Максим Зимокрафтер. Играли в Dictators No Peace. Завоевали всю Европу. Так что Европейский Союз у нас все капут. Все, мы победили Европейский Союз. Мы победили зло. Ребят, в следующей серии мы будем с вами завоевывать Африку. Это Азия. Ну, Азию. Потом в еще одну серию мы с вами завоюем всю Африку. И в еще одну серию завоюем Америку. Ребят, не знаю, в каком порядке будет, но мы будем с вами продолжать качаться. У нас, ребят, 123 в секунду. Смотрите, как быстро у нас бежит. Ой, идет золото. Вот 700, 800, 900, 29 тысяч. Ребят, всем пока-пока. Я пока буду за кадром копить золото, чтобы мы с вами могли сразу же, так сказать, нападать. Всем пока-пока! Ребят, я так рад, потому что столько времени мне пришлось потратить на это. Всем пока!